Хей, йоу, гейс, с вами Шмики, и мы продолжаем проводить игру по названию Трайным. Текс, что мне нужно, почему урон я не вижу? Увеличит урон обычного меча или обычных стрел. На самом деле, не видно, что даже прибавляет. Поэтому как-то так. Поэтому сосать, пускай пока будет у волшебницы. Может, ладно, как-то и прибавлять, но... На самом деле, я вот не вижу вообще изменений. Так, а теперь вопрос, откуда я упал и как мне вернуться обратно. Ага. Плохо, это вот сейчас было плохо на самом деле. Раскачиваемся. Готово. Сначала сюда им нужно было мне спуститься, проверить, нет ли тут ничего такого нового. На самом деле мне сейчас нужно очень много опыта. Ну, ладно, не опыта, а это хила. Мне нужен хил. Оп. Еще банка. Вы сейчас серьезно? Какого момента? У нас такая жопа случается. Я раньше не так ололи. Продолжу в следующей контрольной точке выйти в главное меню. Хотя бы без скелетов. Хотя бы без скелетов. А, и не у всех полный хп, я заметил. Пускай хилится. Все, она отхилилась, отлично. На самом деле, она лучший персонаж из-за больших возможностей. Она, во-первых, на атаку, даже плевать на какую атаку. Главное, что она атакующая. Ты ёбан! Могучий. Как мне тогда подниматься наверх? Отлично, придумал.
Преодолев пустоши кладбища драконов, наши герои продолжили свой путь. Волшебник погрузился в чтение записей о стражах. Когда-то было три артефакта. Один для души и справедливости, один для разума и могущества, и один для тела и сущности. Эти вечные предметы поддерживали баланс добра и зла в мире. Когда мир был в гармонии, артефакты были отданы трем стражам, хранившим их долгие века. Стражи защитили артефакты мощными заклинаниями, которые позволяли приблизиться лишь людям, чьи помыслы были чисты. Со временем стражи исчезли, и остались лишь заклинания. Ну что, поехали. Заклинание. Я уверен, что это именно Траин позволяет нам воскрешать наши физические оболочки. Типа я не вижу, да? Сейчас буду хилить ее. Давай, давай. Падайте. Что, сил не хватает? Бли. Ладно, все ясно. Все ясно. Сложно, сложно, сложно. Можно сделать трамплин. Смотрите. Вот так становимся. О, ладно, почти вышло. Почти вышло. Блин, как мне тогда придумать? Ладно, давай еще раз. Не, много тратит маны. Слишком много тратит маны. Дурачки. На расстрел идешь.
Я апаюсь. Как бы то ни было, но я потихоньку апаюсь. Чего не даст, да? Так, еще 49. Может, мой персонаж просто плавать не умеет. Ух. Так, ладно, поехали. Две доски. Теперь можно выпустить так сразу две стрелы. Интересно потом, сколько я смогу. Следующий уровень позволяет выпустить сразу три стрелы. Ну, это ладно. Так, сюда. Нормально. Нормально. Поэтому давай. Оп. Оп. Очаг. Вовремя. Там стеночка была, можно было за нее схватить. Так, можно вниз, в принципе, спуститься. А, так они тоже летучие мыши на меня нападают. Ого. Что-то посложнее стало немного.
которой потом мне достать то, что я хочу. Отлично. Найден зачарованный кристальный кристалл энергии. Так, увеличит эффект от каждого пузырька энергии. Так, зачарованный с помощью магии предмет, который дает больше энергии. Да, я так подумал. Отдам ему зелье. Это отвратные враги на самом деле. Чем мне наносят урон? Я могу, оказывается, очень хорошо двигать ее. Хорошо. Готово. Летучие мыши. Я слышал, банка упала где-то. Какие отвратные. Отвратные скелеты. Это вода плохая. Ах, вон где ты. Здорово. Жесткие на самом деле вот эти враги, особенно эти враги.
Так, где я там еще я слышал? Ладно, плевать. А, склеп страх прочно угнездился в сердцах наших героев. Мысли их понемногу становились все тягостнее. Рыцарь ничего не ел уже много часов, и запах мяса, конечно, не облегчал ему жизнь. Воровка начала беспокоиться, сможет ли она вновь вернуть себе свободу. А волшебник, конечно, боялся, что им никогда не удастся найти остальные артефакты и разорвать заклятие Трайна. Хотя, сказать по правде, он вовсе не возражал против компании, которая ухитрялась терпеть его больше часа. Не надо бояться! Я поведу! Эх, побольше бы света! Она быстрее. Из всех этих она быстрее двигается. У нас боссов нету почти что. У нас только один был босс. И правильно то, что я заметил, что один. У нас прокачек еще много. Ну как, даже не босс то был, а подобие босса что-то. Подобие босса. Типа босс, но не босс. Так, там сундучок. Мне интересно, что из него выпадет. Давай я лучше своему воину отдам зельюшко все-таки. Зараза. Огненный лук. Огненный лук. Так, огненные лука можно разрушить различные препятствия и поджигать предметы. Вроде факелов, агонии и требует затрат энергии воровки. Следующий уровень увеличит урон, наносимый огнем. Блин, я, конечно, против за то, чтобы прокачать сейчас вот это. Блин, ну... Но на две все равно нужно. Ну, знаете, это, в принципе, хорошая фигня, на самом-то деле. Эта темнота невыносима. Я видела, волшебники зажигают факелы огненными шарами. Ты не мог бы? Ох уж эти огненные шары. Они плохо работают и вообще. Это пустая трата времени. Я должна была догадаться. Ну что ж, могу зажечь факелы огненными стрелами. Я тоже могу зажечь! Давай, давай. Да? Да? Готово. А, так только я могу зажигать, получается. Прикольно.
мне опыт нужен любой, поэтому достать то придется. Что? Это за счет того, что я уже стреляю сколько стрел? Я понял. Тут ничего нету. Да, кажись, нету. Все равно умудрился, да? Вперед, поехали. Так, раз, два. Три. Так, отлично. Клюшки такие, эти огненные. Получай. Так, покатили. Сначала зажгем, потом убьем. Что же здесь у нас? Найден кулон вампира. Восстанавливает здоровье персонажа, если неподалеку убит монстры. Восстанавливает здоровье только в случае неактивности персонажа. Каждый убитый монстр. Понятно. Давай. Ну, блин, сережки ж никто, думаю, не будет одевать. Все. Главное, все загораются и светло становится.
Это что? Новый уровень. Поехали. Раз, два. Если вдруг что. Так, давайте, ладно, здесь, наверное, остановимся. Поэтому, хотя... Хотя давайте сейчас узнаем, что там. А, там снова враги. Давайте тогда на этом закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и... Сейчас добью его и закончим серию. И всем пока.